Так, девочки, ну что, вот пришел мой заказ от компании Greenway. Заказывала я у девушки. Так, ну смотрите. Кстати, когда девочки снимают обзоры, вот эта баночка кажется гораздо больше. Они такие маленькие. Ну что ж, заказала пасту себе, заказала порошок. Думаю, потому что надо сразу брать, потому что это все получается как бы, ну, потом... Если ты берешь пробовать, то надо пробовать. Два на подарок. Одной маме, второй маме. Мыло одной маме, второй маме. Моя мама уже мыло это пробовала, поэтому ей понравилось. Одну себе, естественно, и тряпочку. Изначально мне нужна была эта тряпочка, я хотела ее попробовать. Но это диск называется. Почему? Потому что кто, если не я, должна их попробовать? Я аллергик, я не могу жироудалителями пользоваться. Я буду пробовать такими тряпочками. В шорте я уже ее показала, доставать не буду. Поэтому одна идет сюда. Одна идет сюда. Пакет положу. Все-таки мыло. Так, единственное, что надо понять. Я не знаю, где. Так, вот это мамина. Вот ей я с мятой положу мыло, потому что она без мяты уже пробовала. Одна идет сюда. Одна идет сюда. Мыло для стирки. Ну, я потом просто вам показываю. Потом. Так, вот такие коробочки у меня получились. Это мое. Себе я тоже должна порадовать. Так, дальше у меня остается здесь, значит, это салфетка скрабер розового цвета, такая получилась. Вот. Каждой салфетке там идет инструкция, бумажечка. Вон такая длинная. Вот. Вроде, да, как тряпка и тряпка, не знаю. Ну, просто здесь и частички тверденькие вот есть. Ну, все. Эти салфетки почти все чем-то пахнут. Особенно вот это вот. Блядь, вылазит уже. А вот это вот. Это значит скрабер. Большая. А вот это называется сплитер. Или сплайтер, как правильно, тоже фиг его знает. Как мощный пылесос стягивает огромное количество влаги вместе с незагрязнением. Вот это она. И они все пахнут как лимонной кислотой. Вот, честное слово. Может, они их пропитывают лимонной кислотой? И в этом вся тайна. Такая. Вот вообще голубой цвет с желтым, обалденно. Вот это сплитер называется, но, честно, она как скрабер. Вот в этой тряпочке я понимаю, что что-то здесь необычное. То есть, да, такое сам себе не придумаешь. Такая тряпочка необычная. Эта тряпочка... Мне ее, кстати, на подарок положила девочка. Это, я так поняла, посуду, что ли, мыть? Хер его знает. Хоть бы написали. Так. В каждой лежит такая инструкция. Кстати, сказали стиралки не стирать. Написано машинная стирка. Отжим и сушка в щадящем режиме. При температуре не выше 60 градусов. Может окрашивать. Кстати, неприятно для рук. Я не люблю. Шуршавый очень. Но это же как вот оно скрабирующий эффект. Почему они не говорят? Они говорят, что нельзя. Тут написано, что можно машинная стирка. Напишите, девочки, кто уже пользуется тряпочками, как вы стираете этими. Потому что
потому что, как мне объяснили, вот этим мылом моют эти тряпки и высушивают, даже нельзя на батарее сушить якобы. Вот. Другая сторона такая. Прям не знаю, как это новогоднее платье. Ну что ж, вот такой у меня получился заказ, потому что давно собиралась это сделать. Давно собиралась сделать заказ, поэтому будем пробовать. Уже много лет даже. Хотя я должна была одна из первых. Но опять же, я настроена скептически, я не пробовала. Попробуйте меня переубедить в комментариях, что это хорошая продукция. Как, что значит хорошая продукция? Что это хорошие тряпки, что они работают. Напишите, пожалуйста, свои лайфхаки. Я же говорю, как за ними ухаживать. Пожалуйста, напишите, ну, вот, там, может быть, какую-то тряпку. Нужно ли их мочить? Потому что, вот, не знаю, нужно ли их мочить, например. Вот. Хорошо бы было иметь все-таки книжечку, журнал в руках держать. Я не люблю пользоваться, там, все это читать на электроносителях, на телефонах, короче, на компьютере, потому что сейчас у меня вообще на это времени нет. Тетрадку так он, ну, журнальчик открыл, и все на этом. Все. А, я про это уже забыла совсем. Ну ладно, давайте покажу. В принципе, заказ я делала из-за этой губки. Диск Fiber. Я брала из-за него. Все остальное я доложила, потому что это самый известный. Они разные бывают. Он есть в виде варежки, он есть в виде тряпочки. Я думаю, ну, диск. Во-первых, варежка, она дорогая, 1000 рублей стоит. Ну, мне кажется, диском пользоваться проще, как и губкой, да, вот когда посуду моешь. Все. Пожелайте мне удачи. С вас лайки. И пишите, как нравится вам это. Компания или нет. Вот эти тоже странные штуки. Чем мыть их? Один порошок, тоже одна паста. Чем вы больше пользуетесь, пастой или порошком? Мне кажется, паста больше ходовая, судя по видеообзорам. Вот. А еще мне интересно, девочки, напишите, кто уже зарегистрирован, сколько можно компаний, сколько месяцев можно пропустить. Если вы делаете заказ, то на какую сумму нужно сделать заказ? Сейчас мне девочка сказала, вроде как на 2500 надо сделать заказ. Вот. Потому что мне, ну, как бы интересно это очень. Всем пока. Что хочу сказать? Потрогала я эти тряпочки. Сейчас вам снимала видео. А теперь у меня руки чешутся, зудят. То есть идет какая-то аллергическая реакция на эти тряпки. Я не знаю, возможно, может быть, там это как синтетика, я не знаю, микроволок, но руки прям чешутся, зудят, прям зуд рук идет вообще. Так что не знаю, не знаю.